Боже мой, вы чувствуете, какое настроение? Вот я не знаю, мне кажется, так должно начинаться каждое утро. Сегодня у нас в гостях Тони Коффи, саксофонист, руководитель квартета, который недавно выступал на джазовом фестивале в Новосибирске, и Наталья Миллер, сотрудник международного отдела филармонии. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно познакомиться, очень рад видеть вас в студии. Ну, наверное, первый вопрос, который хотелось бы задать, как вам Новосибирск, как приехали, собственно, успели ли посмотреть город? So do you like, well, how do you like Novosibirsk? So what have you ever seen already in Novosibirsk? Oh, well, I haven't seen much, but I think it's an amazing festival. From when I came here 5 years ago, I was absolutely enthralled by the people, their openness, their friendliness and generosity. Самое главное, что я хочу сказать о вашем городе, то, что у вас есть такой потрясающий джазовый фестиваль. Я был здесь 5 лет назад, и я был восхищен, поражен в самое сердце, взят в плен теплотой, дружеским отношением, пониманием, знанием, ценимостью, да, которые проявляют профессионализмом вся команда организаторов, ваши зрители потрясающие. И я так рад вновь вернуться 5 лет спустя. Подожди, ну а чувствуется отличие между вот зрителями русскими и, скажем, зрителями Великобритании, там где-то других стран? Do you feel any difference between audience in Russia and, for example, in the Great Britain? No, because what it is that if you play your music honestly and with passion, I think it's understood by everyone, because music is what I call a universal language. You don't need to speak a certain language to understand it. Everyone understands it. Ну, вообще, на самом деле, конечно, каких-то больших отличий нет, потому что, когда ты выходишь на сцену, и у тебя есть желание играть свою музыку, и играть ее со страстью, с пониманием, с желанием поделиться, то это не может оставить равнодушными слушателей, в какой бы стране мира они ни сидели и тебя не смотрели. Я знаю, выступление проходило с квартетом. Хотелось бы узнать о составе квартета. И все-таки изначально была сольная, я так понимаю, карьера, а потом уже появился коллектив. So will you speak about your quartet? Because first we know that you are a great solo saxophone player. Yes, my quartet. These are musicians who are leaders, who I've picked especially for this project. Но на самом деле, да, мы так будем покороче, да? Да, на самом деле тот квартет, с которым Тони приехал и выступал у нас на фестивале, это сборная лидеров собственных команд. Mm-hmm. То есть каждый музыкант – руководитель своего прекрасного и очень популярного коллектива. We've been playing together for over 20 years, so we have a history as well. На самом деле мы знакомы уже лет 20 и играем периодически вместе. То есть это не то, что мы вот встретились и вдруг приехали. Нет, мы все прекрасно вот взаимодействуем. And for the type of music we're playing, these guys are absolutely perfect musicians. И та музыку, которую мы привезли на фестиваль, вот для ее исполнения, как я говорил, со страстью и с пониманием, эта команда самая лучшая. Тони, я знаю, что вот с вашим увлечением саксофоном, вообще с появлением на сцене связана история, собственно, как саксофон спас вам жизнь. Yeah, как это было? We know already, and some people in Novosibirsk already heard this magic story about how saxophone really saved your life. Well, it did, because what happened was I was an apprentice carpenter. Building, mm-hmm. and I was on a roof. I was 16 years old, and I was working. And for some reason, I fell off. I fell off 3 stories into the basement. Ну да, вот представьте, страшная картина, действительно. Я работал после школы плотником на строительстве зданий и так далее. И вот я там на крыше сижу, что-то себе строю в 16-летнем возрасте. И вот что-то так пошло не так, и я упал с высоты 3 этажей вниз. And before that, I wasn't even a musician, so it was very strange for me to have these. And when I was falling, I see images. Mm-hmm. They're like pictures, very still pictures of things that were not even possible, like children, traveling the world, living in strange countries, and the instrument, you know, seeing the saxophone.
И вы знаете, вот как говорят, да, вся жизнь пронеслась перед глазами, но у меня пронеслась жизнь, которую я еще никогда не пробовал, даже не думал. Почему-то я видел, вот мелькали такие картинки, да, лубочные, дети, потом я путешествую, я в каких-то экзотических странах, и вдруг я с саксофоном. И вот это вот пронеслось перед глазами. So then I woke up 5 days later in hospital. Очнулся я через 5 дней. Yes, I woke up 5 days later and I had a thought about what I'm going to do because I quit my job. Then I said, you know what? I want to do something different. So I want to be a musician. Работу я потерял. И, в общем, я подумал, так, надо заняться чем-то совершенно кардинально противоположным. Думаю, буду-ка я музыкантом. Слушайте, это интересная на самом деле история. Я так понимаю, вот, собственно, саксофон и Тони вы выбираете тоже как-то особенным образом, потому что я вот смотрю, он достаточно такой уже старый, заслуженный, можно так сказать. So, yeah, well, it's a really magic story. My parents went crazy, because they thought I'd... Because I hit my head, so my parents thought I'd gone crazy, because I picked up an instrument, and in back in those days, no one just picked up an instrument. I had no teacher. I taught myself how to play, so my parents thought I'd gone crazy, but I convinced them I was very serious. В продолжение истории, говорит, родители думали, что я, как говорится, с глузду двинулся, да? То есть потому что я вдруг схватился за инструмент, начал играть, у меня не было особо учителей, никаких-то пособий, я не ходил ни в какие школы. Вот это просто, знаете, вот раз и пришло. And Andrei said that really you choose a saxophone, it's magic saxophone. No. Because you have this instrument is really interesting. Yes, but I think the instrument chose me. Mm. I didn't choose the instrument. Uh-huh. The instrument chose me. And this one or not? Well, no, it's another one. But I feel that I'm a messenger. I'm not just a musician. I'm spreading a message. Mm-hmm. So the job was I was not meant to be a carpenter, I was meant to be a musician, so I could spread the message around the world. Ну, как бы это напыщенно не звучало, но я так думаю, что я практически избранник, посланник, потому что саксофон выбрал меня. И я думаю, что я пришел в этот мир не для того, чтобы там где-то гвозди забивать, да, а для того, чтобы нести музыку, звучание саксофона в массы. И, конечно, вот так, такая история, которую хотите верьте, хотите нет, но это факт. So this instrument is really nice. Yes, this is a 1945 Selma Super Balanced Action, and it's the kind of instrument that someone like Charlie Parker, John Coltrane, people like Ornette Coleman would have played. Инструмент, который сейчас лежит на вашем замечательном столе, 1945 года рождения, Selmer. На таком инструменте играл Чарли Паркер. И на таком инструменте играл Ornette Coleman and Bill John Coltrane. То есть, так, 71 год инструменту. А почему вот именно такие вот старые хорошие инструменты? Как у них в чем их магия? 71 years old. Yes. 71. Yes, 71 years old. 1945. Yes. Yeah. Sorry, I was thinking of my other instrument. I have one that is 1937. Mm-hmm. And 1935. So I play very old instruments because they are becoming better and better, like violins. Well, it's like fine wine. They are like fine wine. Такие саксофоны, они, знаете, подобны хорошему вину. Чем дольше выдержка, тем они лучше звучат. Ну и, наверное, маленький секрет. Что такое для вас джаз? And a small secret. What is jazz for you? Jazz is freedom of expression. The ability to express yourself without filters, without any filters. You know. Джаз для меня – это свобода выражения, никаких фильтров, никаких ограничений. Слушайте, давайте тогда без фильтров, без ограничений, чтобы люди пошли на работу с веселым настроением, еще немножко музыки, чуть-чуть совсем. Thank you.
место, практически новая заставка к оранжевому утру. Друзья, хорошего вам настроения. Сегодня у нас в гостях был Тони Кофи, саксофонист, руководитель квартета, выступавшего на джазовом фестивале в Новосибирске, и Наталья Миллер, сотрудник международного отдела филармонии. Спасибо вам огромное просто. Thank you.